Ты сейчас врешь или нет? Мы же договорились. Вернулся бы в Краснодар? Нет. Считаешь ли ты, что Сочи это фарм-клуб «Зенит»? Да. Когда ты уходил из Краснодара, остался ты с Сафоновым друзьям? Есть обида какая-то? Ну, тогда Тарин. Считаешь ли ты себя сильнее Сафонова? Да. Особенно после Краснодара. Как думаешь, «Зениту» подсуживают? Нет. Что-то было? Честно, не припоминаю такого. Юс там... А, вам... Извините. Любишь ли ты конкуренцию? Нет. В российской премьер-лиге плохо судят? Да. Я просто хотел спросить, какого. Ну ладно. Сейчас люди посмотрят, начнут писать.